В пятницу 13-го 2013 года в кабинете номер 13 дома на Крутицкой открылась тематическая книжно-иллюстрированная выставка. Магическое сочетание цифры 13 и 5 по счету дня недели завораживает всех, кто верит в мистику и не верит. Для большинства жителей планеты этот день считается несчастливым. Когда и почему возникло подобное суеверие, теперь уже сложно определить. Приоткрыть завесу тайны помогут книги. В них столетиями копилась информация о загадочном дне календаря. У разных народов существуют свои способы привлечь фортуну в этот день. Что касается читателей библиотеки на Крутицкой, то этот день для них вполне счастливый. 13 числа каждого месяца посетителям библиотеки прощаются все задолженности. В Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки принято, что в этот день все злые духи приходят к людям и с людьми совершаются разные неприятные ситуации. Поэтому лучше в этот день оставаться дома, лежать в кровати и желательно даже не шевелиться и не включать компьютер. Потому что даже в интернете бродит вирус, который ломает компьютеры. Ну а, например, в Азии и в Китае 13 число даже считается счастливым. И в этот день даже желательно выходить замуж,